И всем привет, с вами RusGames007, и сегодня я хочу вам показать, как зарабатывать на YouTube с помощью своих видеороликов. Для начала зайдем на YouTube, зайдем на свой аккаунт и нажмем менеджер видео. Далее зайдем на настройки канала, здесь у нас будет состояние аккаунта, нажимаем подтвердить, здесь выбираем свой номер телефона, нажимаем отправить. И вам приходит телефон, код. Я, к сожалению, этого не буду сейчас делать, у меня нет лишней сим-карты. Вот, и вы его введете туда и все, нажмете подтвердить. Так. И у вас будет здесь все зеленое, монетизация зеленая, загрузка, аннотации, пользовательские значки, все это будет зеленое. Вот такое вот включенное. Далее, чтобы получать деньги, нам нужно зайти в YouTube Analytics, и у нас здесь будет расчет на доход, не подписки, не подписчики, а расчет на доход. Вот, далее нам предложат связать аккаунты с так, сейчас связать аккаунты с AdSense. Вот. Здесь вы свяжете аккаунты, вы здесь зарегистрируетесь, вот. И через неделю, ну, смотря какое у вас количество просмотров, вот, допустим, здесь 2000, здесь сразу же возьмут, проверят. У кого около 100, ну, около 2-3 дней будут проверять. И далее вы сможете зайти на свой аккаунт AdSense, и, ну, примерно у вас будет это выглядеть, ну, вот как-то так, в общем. Давайте, этого не стоит, конечно, делать. Вот у вас так вот будет выглядеть. Вот, в общем, все. Задавайте вопросы, если что-то у кого-то не получается, я отвечу. И главное, не забудьте подписаться на канал.